Вы же видели вот сегодняшнее его это заявление, винегрет. То он выступил, сказал, что делаем уезды, объединяемся с Европейским Союзом, проводим реформы юстиции. Он как из оппозиции первую часть речи своей сказал, как будто не он был у власти полгода. Не видел у него в программе ни административно-территориальной реформы, не видел у него большого рвения интеграции с Европейским Союзом, учитывая, что господин Дадон полгода не удосужился встретиться с главой делегации Европейского Союза. А в конце... Вдруг откуда появились, это вот абсолютно непонятная атака по отношению к Румынии, мне очень стыдно. При том, что я не гражданин Румынии, я русский по национальности, мне очень стыдно за вот то, что он сделал, абсолютно безосновательно и абсолютно глупо.